А здесь к новому отопительному сезону уже готовы. Новая котельная появилась в Мамонтовском психоневрологическом интернате. Теперь учреждение полностью готово к осенним и зимним холодам. 1800 котельных и 3000 километров тепловых сетей. Стойко предстоит отремонтировать в Алтайском крае к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону. По распоряжению губернатора на все работы выделят 830 миллионов рублей. Одним из таких проблемных объектов была котельная психоневрологического интерната в Мамонтовском районе. Она беспрерывно работает вот уже 45 лет и за это время практически вышла из строя. Сейчас находится в аварийном состоянии. Старая аварийная котельная, это, естественно, проблем создавала очень много. То есть это начиная с отопительных котлов, которые периодически выходили из строя. Вот, труба, вот вы видите, тоже как бы частично была обрушена. Вот, само здание по себе очень ветхое. Работать и дальше в таком режиме было невозможно. Больше 100 пациентов интерната рисковали остаться без тепла этой осенью. Помощь вовремя подоспела. Взамен аварийной котельной установили современную модульную. Средства на это 15 миллионов рублей выделили из краевого бюджета. Данная модульная котельная в селе Мамонтово обеспечивает централизованным теплоснабжением объекты центральной районной больницы. Значит, это современный модуль каркасного типа, обшит сэндвич-панелями. Значит, обеспечен он современным энергоэффективным оборудованием. Теперь новые котлы и насосное оборудование обеспечат бесперебойное теплоснабжение, а еще позволят интернату сэкономить электроэнергию. Всего в крае к отопительному сезону будет установлено еще 7 модульных котельных в 7 районах – Алейском, Бийском, Быстроистокском, Ельцовском, Залесовском, Романовском и Немецком национальном округе. Ирина Тумбарцева, Антон Васильев, Вадим Быстревский. Новости.